Вы, наверное, задавались вопросом, зачем в 21 веке в компьютерной академии ШАГ изучают историю искусства. Вы знаете, этот вопрос я слышала неоднократно от своих студентов перед самой первой лекцией. И после лекции он исчезал. Все очень просто. С доисторических времен по 21 век искусство – это то, что движет людьми. Это то, что невозможно остановить. Если сравнить черепашек-ниндзя, Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэля в Ренессансе и сравнить творчество Джексона Поллока в 20 веке, то вы увидите, какой гигантский путь прошли художники за эти несколько веков. Да и вообще, вы же хотите найти вдохновение. Искусство – это тот мир, в который, погрузившись, вы его будете иметь перманентно. Искусство – это то, что дает нам возможность найти свой собственный стиль. Ну, посмотрите, как развивалось творчество Микеланджело. Посмотрите, каким был удивительным Караваджо. Это люди, которые нашли свой стиль. Возможно, это ответ на вопрос, каким образом найти его вам. Один раз погрузившись в этот океан искусства, вы не захотите возвращаться обратно.